Фан-зону город Сочи начал готовить еще за месяц до Мундиаля. И теперь эта площадь на самом берегу моря – основное развлекательное место для жителей и гостей курорта в период проведения чемпионата. Смотреть трансляции матчей, танцевать на концертах российских и мировых звезд здесь одновременно смогут около 10 тысяч человек. Особенно наслаждаться футбольным праздником здесь планируют болельщики, которые не смогли попасть на матчи главного мирового футбольного события. Для тех, кто не попадет, это просто очень здорово. Такая площадка, такие все мероприятия. Это вообще супер. Россия будет впереди. Это очень классно увидеть всех певцов, всю атмосферу это прочувствовать. Чемпионат мира – это самое классное, что есть в жизни. Ура! Мы в предвкушении праздника, мы ждем этого момента, ждем победы сборной. И мы приехали из Нальчика болеть за Россию, за нашу страну. Ну а открыли фестиваль болельщиков с местным колоритом. Первых гостей фан-зоны встречал кубанский казачий хор. Для кубанского казачьего хора это большая честь, что именно мы открываем этот праздничный день. Наше гостеприимство, нашу удаль показать европейцу, доказать, во-первых, что мы такие же, как и они, что мы такие же открытые, добрые люди. Все туристы, все болельщики, мы рады приветствовать вас на нашей благодатной земле, на нашей Кубани. Смотрите, море великолепно, солнце, пляж. Что может еще лучше быть? И, конечно же, песни легендарного олимпийского кубанского казачьего хора. Напомню, фан-зона у Южного Мола будет работать все дни чемпионата мира с 14 июня по 15 июля. Вход свободный.